вещей в нем. Например, еда. Кто с нами поспорит, сколько существует ресторанов, кафе, столов? Сколько интересных рецептов, изысканных блюд написано, и сколько еще предстоит написать. Но кому все нужно подходить с умом, даже выбирать себе пищу? От неправильного выбора, от некачественных или несвежих продуктов могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому наша команда профессионалов тщательно следит за процессом производства и потребления пищи. Наши поставщики – самые надежные партнеры. Наши повара – мастера своего дела. Наши инженеры – лучшие специалисты, изобретения, которых значительно облегчают жизнь всем нам. Сегодня мы решили поделиться с вами историей, как же к нам пришла идея создания университета. До строительства нашего университета кулинариум королевские дегустаторы часто отравлялись и тяжело болели, так как в королевскую еду добавляли яд. Многие люди не могли получать эстетическое наслаждение от приемов пищи, так как не знали, как ее сложить для этого. Космонавты грустили из-за одинаковых по вкусу вида еды, но мы создали университет и образовали факультет дегустации королевских блюд, где обучаем их определять, все ли хорошо с едой до того, как попробуют факультет фудстилизма. На котором учат искусство декорации еды и факультет по созданию техники. По производству пищи будущего строятся машины для увеличения разнообразия пищи. Так мы сделали нашу еду вкуснее, жизнь безопаснее, а мир лучше.